Специальный посланник США на Ближнем Востоке Амос Хохштейн посетил Израиль. Он встретился с главой Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Анегби, а также премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Они обсудили ситуацию на северной границе на фоне растущей напряженности в отношениях с Хизбаллой и Ираном. Напомню, что в системе безопасности считают, что если палатки Хизбаллы не будут убраны мирным путем, Израилю придется действовать насильственным, потому что он не потерпит такого нарушения своего суверенитета и подрыва силы сдерживания. В Израиле начала усиливаться жара. Из-за неблагоприятных погодных условий на всей территории страны запрещено разведение костров, а также проведение работ, связанных с открытым пламенем или огнем, таких как сварка, резка металла и другие виды деятельности, которые могут спровоцировать возгорание растительности и отходов. Помимо этого, израильтян и иностранных гостей предупредили о временном закрытии всех маршрутов в Иудейской пустыне, в Нахаль-Прат, в Вади-Кельт и других пустынных местах. Отмечается, что на эти районы придется экстремальная тепловая нагрузка. Столбики термометра могут подняться до 46 градусов. Новые требования властей Нью-Йорка к предприятиям общественного питания могут привести к прекращению деятельности еврейских пекарен по производству мацы. Все занимающиеся выпечкой с использованием открытого огня получили предписание сократить выбросы углекислого газа до 75%. Власти требуют от предпринимателей либо отказаться от дровяных печей и перейти на другое оборудование, либо установить дорогостоящую систему очистки и фильтрации, стоимость которой в большинстве случаев сделает производство нерентабельным. Выпечка мацы для еврейского народа – это прежде всего традиция, поэтому владельцы пекарен не хотят ничего менять и надеются, что городские власти изменят требования для предприятий национальной кухни.